помощник. Заместитель генерального. Как зовут? Да сейчас. Босс. Босс, ну правильно, а как еще? Какое же еще имя может быть у такого зверя? Так получилось, что я вообще работать начал с 17 лет. У меня были хорошие учителя. Я видел, как работает предприятие, как оно экономически развивается. Я участвовал в этом непосредственно с 17 лет. Мне было интересно. И в 19 лет я открыл первое в начале индивидуальное предпринимательство. Занимался здесь по Магадану. Начал со строек именно муниципальных управлений организаций. Это садики, школы. Мы делали кровлю, делали сантехнику. И нужно было чем-то что-то делать, как-то зарабатывать честным путем. А как производство вот именно свое уже начали делать, вот, допустим, квас, пиво. Мысль такая, что все-таки мы должны производить больше своего, натурального. Должно быть в первую очередь здесь у нас на рынке быть, наше, свежее, настоящее, без вот этих консервантов. Главное здесь слово прозвучало, это честно. Потому что одно время народ вот решил, что главное, чтобы было с прибылью. Вот, а мы, вот, допустим, в Магадане идем к принципу качества. Потому что, во-первых, очень мало здесь людей. То есть это не туристический огромный город, где большой поток. Здесь люди, если раз попробовали, допустим, им не понравилось, они больше брать не будут. Вот у нас есть награда, золотая медаль 2015 года. Это лучший товар года. Они даже нам не сказали о том, что они взяли наш товар для того, чтобы для сравнения поучаствовать в этом конкурсе. Как ни странно, мы от них получили золотую награду, лучший товар года 2015. То есть это была независимая экспертиза. Магданское живое пиво, вот как раз таки у нас вот на него вот есть вот такая вот статуэтка. Сколько человек у вас сейчас трудится и сколько требуется? Ну вот на сегодня мы взяли социальный объект, довольно-таки большой. Это строительство школы, поселок Снежка. Значит, на этом объекте должно работать более 40 человек. Они уже здесь в Магадане, это приезжие люди. Это наши братья белорусы, это центральные города России. Угу. Это люди, те, которые уже к нам приезжают не первый год. Специалисты вам требуются? На данный момент у нас мы укомплектованы, у нас специалисты есть. Люди приезжие, конечно, которые уже не первый раз приезжают, мы стараемся не менять коллектив людей. Мы стараемся, чтобы это были постоянные люди и люди те, в которых мы уверены. С жильем помогаете? Да, конечно, мы предоставляем жилье, мы предоставляем питание, мы предоставляем, значит, командировочную. У нас раз в полгода оплата идет дороги туда и обратно. А можете озвучить вот, уровень зарплат, который вы платите своим сотрудникам? Потому что у нас люди, хорошие специалисты, получают, значит, минимум 90 тысяч, от 90 тысяч. Плюс мы, естественно, оплачиваем дорогу туда-обратно. Это в области строительства, да, вы говорите? В области стройки, да. В области стройки это сварщики, монтажники, это бетонщики, арматурщики. То есть узкого профиля специалисты, те, которые вот здесь нам в области необходимы. Компания развивается, больше объектов становится, соответственно, больше рабочих мест. Но рабочих мест в Магадане уже взять, набрать
невозможно. Тоже магданская пивоваренная компания делает пиво, квас, вода. Каждый у нас своя вот этикетка, свой логотип. Идет у нас старый Магадан, темный вот с мамонтом. Да, вот он, это дорогие, это коллекционный у нас считается. Это было сделано в 90 лет города Магадана. У нас в планах развивать еще настоящий лимонад, вкус детства, с настоящим сахаром, сиропом, с вареньем, вот как вот раньше было. Вот. У нас идут переговоры с грузинской компанией «Водолагидзе». Это мы все знаем, что это более 100 лет компания, которая занималась именно настоящим лимонадом. Вторую линию мы будем ставить по производству пива. И тогда, конечно, мы будем выходить уже за Магаданскую. А оборудование где берете для производства пива? Производство оборудования у нас Китай. Угу. Китайский, хороший китайский, значит, завод Циндао, который давно уже производят пиво, поставляют нам оборудование, поставляли нам рецепт. Я не скрываю, говорю как есть, но хочу отметить, когда мы приезжаем в Китай, в Циндао, к своему партнеру, привозим свое пиво, магаданское, живое, на их оборудование. Они все просто в шоке и говорят, такого не может быть. Такого не может быть, потому что ну, там нас встречают, мы также приезжаем к ним, ресторан, они берут ящик, два Циндао, пиво свое ставят, я привожу свое магаданское, живое, ставлю на стол, и мы начинаем пробовать, дегустировать. И вот когда они пьют свое пиво, ну, они любители пива, китайцы сейчас, на данный момент, они пьют свое пиво, они так, когда они наливают пиво магаданское живое и выпивают его, они просто, у них дар речи. А вода наша. А самое главное, они меня спрашивают, почему у вас такого качества, вы же делаете по нашему рецепту с нашего оборудования. Я говорю, знаете, самое главное, это вода. У них проблема с водой, а у нас в Магадане проблем нет с водой. У нас самая лучшая, самая мягкая, самая чистая, мы самая вкусная из крана вода, прямо наливаем и которая вообще есть. Я вот очень много путешествовал по России, везде, в многих странах. И, честно сказать, такой воды мягкой, такой вкусной я нигде не пробовал. А вот секреты вот именно магаданского пива, как вам стали доступны? Ну, во-первых, рецептуры были привезены с другого предприятия, а потом уже в результате эксперимента, в результате вот этих, там, чего-то поменьше, чего-то побольше добавляли, чего-то, вот, например, это старый Магадан. Я слышала, что говорили, что слоников не было. Ну, это просто вот сами. То есть это уже опытным путем, да? Да, опытным путем, да. А раньше вам приходилось экспериментировать вот так, отходя от технических условий, стандартов? Конечно, приходилось. Да? Пиво, оно очень полезное. Там много витаминов, много всяких там этих эфирных масел. Ну, то есть оно полезное. Ну, предки же были не дураки, если конечно. Испокон веков во всех деревнях делали варили пиво. Варили пиво, да. Варили пиво. И было пиво очень... У меня есть вот старые рецептуры, которые, ну, домашнее пиво, не в промышленности, а в промышленных масштабах, а домашнее пиво. Там такие интересные рецепты, которые русские были напитки, эти пивные, пиво, пивные напитки. Там есть очень интересные, что вот это с хвои варить. Что там можно и мед добавлять, и сахар добавлять. И нужно, чтобы год минимум или два года зерно полежало, отлежалось. Там прошли определенные процессы глубокие, ферментативные. И потом, значит, уже только можно его прорабатывать. Естественно, душа и умение, как говорится, технолога, это само собой. Это тоже неотмелимого. Да, это способный русский мозг, который вот как-то придумывает творческий подход. Часть вот эта, да, она не может никак вот именно. Это составляющая часть тоже. Да, инструмент за инструментом. Но начинаем первое, это вода. А потом душа технолога.
Ага. Видите, то есть, ну, это жареный солод, это не светлый, это жареный солод. Я хочу просто его попробовать. Это жареный солод. Вот. Из него темные сорты его получается, да? Да, из него получается темный сорт и добавляется, этот же жареный сорт добавляется и в элитный. Так, а здесь вот у нас, это карамельный солод. Видите, он немножечко другой, он чуть-чуть ага, золотистый. Посветлее, да. Ну, хлеб. Да. Когда варится, очень сильно пахнет хлебом. Сорт называется премиум. Туда входит 3 вида солода, 2 вида дрожжей и 2 вида хмеля. Безумно вкусное пиво. Оно со слегка с кислинкой. И когда идет созревание, ты нюхаешь вот это пиво, на запах и на ароматы проверяешь. Оно пахнет фруктами, манго, ананасом, то есть такое прям очень приятное послевкусие. Мария, вы говорите как технолог. Ну, я просто достаточно много с этим сталкиваюсь и достаточно много общаемся с Анной Егоровной, с нашим технологом, поэтому, в принципе... А вообще у вас должность какая здесь? Вообще я секретарь. Секретарь, просто да. Секретарь. Ну, такого секретаря, наверное, каждый мечтает иметь. Вы сказали склонить, да? То есть вы собираете его как-то своими... Да, Мы сами его собираете круглогодично, то есть круглогодично его нет, используете? Нет, мы используем круглогодично его, но собираем мы не круглогодично. Собираются только елочки, они сушатся, перемалываются в такую, скажем, муку, больше похоже на муку, перемалываются, при варке добавляется такой определенной консистенции пакетик, который потом извлекается, чтобы не попали лишние смолы, лишняя горечь от этого сланника, чтобы не испортить. Лена Егоровна наша помнит, что раньше на пивзаводе варили у нас пиво со сланником. Она вспомнила эту технологию, мы соединили вот новые технологии со старой пивоваренной нашей технологией магаданской. Ну и получился вот такой интересный синтез. Ну, это вот эта преемственность, это вообще просто самое замечательное. Что в советские времена магаданский пивзавод был, ну, славился в народе, потому что все знали, что в Магадане самое вкусное пиво – это магаданское, и еще был сорт исетское. У нас Анна Егоровна, она прям приверженец натуральных продуктов, то есть у нас даже нету ничего такого, что можно было бы добавить, да? У нас нет консервантов, мы ничего не добавляем, да? У нас нет каких-то там химических добавок. Мы даже моем, промываем наше оборудование, да, не какими-то химическими свойствами, да, средствами, а именно по-старому, кальцинированной содой. Да, то есть раствором кальцинированной соды. То есть все пищевое, то есть нет никаких соприкосновений с химическими. Я за все плачу, и за электричество по полной программе плачу, и за землю плачу, и за все механизмы, и налоги, мы все платим, все, что вот государство придумало, то мы все это и платим. Ну, так, может быть, это не совсем удобно и хорошо говорить, но я не могу по-другому говорить. Я считаю, что так оно и есть. По-нашему, по-магадански сказал. Да, но мы тут не виляем, там это, не это. Как есть, так и есть. Я здесь родился, я здесь вырос, у меня здесь семья, у меня здесь близкие, родственники. Я, можно сказать, уже здесь, уже как третье поколение. И мы не будем просить сходить с протянутой рукой, дайте нам дотационных каких-то денег.